С 1991 года на международном уровне отмечается День пожилого человека. 1 октября к старшему поколению относятся с особым вниманием, стараясь сделать этот день по-настоящему добрым и теплым. С теплотой его провели и в Десногорске. Дорогие главные люди Земли, с праздником вас! Будьте всегда одарены заботой и уважением, пониманием не только близких, но и окружающих людей. 1 октября в Центре культуры и молодежной политики города прошел фестиваль «Душою вечно молодые». Творческий смотр-конкурс проходит уже в 7-й раз и в этом году приурочен к 75-летию атомной промышленности и к 75-летию Великой Победы. На сцене коллективы Десногорска, хор «Ивушка», ансамбль русской песни «Сударушки», вокальный ансамбль «Десногорочки плюс», а также «Гармония» – вокальный ансамбль ветеранов Смоленской АЭС. В этом году фестиваль «Душою вечно молодые» прошел в новом вокальном формате. В остальном все по-прежнему. Участники – представители десногорца в возрасте от 55 лет, которые готовы показать свое творчество. Такая активность была поощрена дипломами и подарочными сертификатами в конце мероприятия. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, творческих успехов и неиссякаемой вашей энергии, которую вы будете дарить нам на долгие-долгие годы. Днем позже, 2 октября, День пожилого человека отметили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Привычные занятия по физкультуре начались с поздравлений и подарков от спорткомплекса и Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Десногорска. Мы поздравляем вас с прошедшим вчерашним праздником. Хотим вам пожелать, главное, это здоровье. Забота о здоровье в этот раз прошла с особым энтузиазмом. После поздравлений и врученных подарков пожилые десногорцы были готовы к своим новым личным рекордам. Советуем всем, особенно в пожилом возрасте, заниматься спортом. Мужу 88, скоро будет мне 85. Мы благодарим администрацию города и администрацию ОКО за то, что нам предоставили такую возможность.